радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа «Именины». Что такое именины? Это день памяти святого, в честь которого назван человек. В день своих именин нужно сходить в храм, принести благодарение Богу и помолиться своему святому. Помолиться можно и своими словами, главное, чтобы они были сказаны искренне от души. А еще лучше на именины причаститься святых христовых тайн. Но почитание своего небесного покровителя состоит не только в молитве ему. Главное – в подражании его подвигу, его вере. Сегодня я предлагаю поговорить о преподобном отце нашем Мартиниане и святых женах Зои и Фатинии. В Палестине, недалеко от Кесарии, находится гора, называемая Ковчежное место. Много пустынников подвязалось на ней, и среди них был святой Мартиниан. С детства он возлюбил Бога, прекрасный собою Мартиниан. 18-летним юношей оставил город своих родных, отрекся от мирской суеты и пришел на эту гору для пустынной жизни. Здесь он пробыл 25 лет. За свою добродетельную жизнь он получил от Бога дар исцелять недуги и болезни. Многие по его святым молитвам исцелялись, и другие, одержимые злым духом, освобождались от бесов. День ото дня все более и более преуспевал Мартиниан в своих подвигах, и слава о нем распространилась далеко за пределы родной страны. Но дьявол не мог терпеть такой удивительной и добродетельной жизни юного подвижника. Сначала он стал всячески искушать блаженного Мартиниана и старался лично устрашить его. Потом древний завистник рода человеческого употребил иное оружие. Но обо всем по порядку. Однажды, когда блаженный Мартиниан воспевал псалмы Давидовы, дьявол принял на себя образ великого змея и, приблизившись к стене келии святого, начал сильно копать землю, чтобы обрушить стены келии на блаженного. Но святой без страха и смущения, окончив пение, одним словом прогнал посрамленного дьявола. После этого дьявол придумал следующее. Случилось одной прекрасной блуднице услышать от неких людей беседу о добродетельной жизни святого инока. Тогда, ведомая дьявольским наваждением, красавица решила испытать юного подвижника и свое намерение подтвердила спором на деньги. Придя к себе домой, она сняла богатое одеяние, облеклась в худые и разодранные одежды, покрыла себе голову рубищем и опоясалась веревкой. А всю свою богатую одежду, кольца, серьги, золотые перстни, маниста и все, что прельщает ум и глаза юноши, она вложила в мешок и взяла его с собою. Вечером она вышла из Кесарии и в ту ночь пришла на ту гору в пустыне, где жил преподобный. Ночь выдалась дождливая и бурная. Приблизившись к келии Мартиниана, притворно со стоном стала просить святого: «Помилуй меня, раб Божий, не оставь меня, окаянную на съедение зверям. Я заблудилась в пустыне и не знаю, куда идти. Молю тебя, святой отче, не оставь меня без помощи». Это и многое подобное она говорила с плачем и воплем. Блаженный Мартиниан открыл оконце и, увидев в плохом одеянии стоящую под сильным дождем женщину, помолившись, открыл двери. Развел огонь и предложил ей обогреться, а затем принес финиковых плодов и сказал: «Женщина, ешь и грейся здесь у огня, утром же с миром оставь мою келью». После этого святой оставил ее, а сам удалился во внутреннюю часть кельи, заперев за собой двери. В 3:00 ночи он, как обычно, встал воспевать псалмы и молитвы, после чего уснул. В это время порочная жена встала, вынула из мешка все свои украшения и надела их на прельщение святого и стала ждать, пока Мартиниан выйдет к ней. Утром святой вышел из своей половины и увидел женщину в богатой одежде и украшениях. Она была так прекрасна, что он даже не узнал ее. В ужасе блаженный долгое время оставался бессловесным. Наконец сказал ей: «Кто ты и откуда пришла, и откуда на тебе такие бесовские одеяния?» Она отвечала ему, что она та самая женщина, которую он сам впустил в свою келью. «Зачем же ты переменила свои одежды?» – спросил ее Мартиниан. «Вечером ты была в бедном рубище, теперь же в богатом наряде». Она ответила, что пришла к нему, что любит его, и стала говорить о святых, которым не возбранялось иметь жен. Кто из пророков лишился Царствия Небесного лишь за то, что имел жену? А разве великий и дивный Енох не был женат? А он взят на небо и не вкусил смерти даже до сего дня.
Праотец Авраам имел 3 жен и был наречен даже другом Божиим. Мало того, он даже сподобился принять в свои сени самого Бога в 3 лицах. Был женат и Исаак, сей прообраз Христа. У Иакова были 2 жены и 2 наложницы, а он мог бороться с ангелом и удостоился зреть Божию славу. Великий Моисей, верховный пророк и служитель Божий, разве не был женат? А ведь он беседовал с Богом, освободил народ еврейский от тяжкого рабства и наплеменников и сподобился небесного царства. Также Давид, прочие пророки и святые мужи имели законных жен, чад, и все они находятся в небесном царстве. Говоря так, грешница старалась смутить святого и поколебать его. Она хватала его за руки, стараясь увлечь святого к погибели. Мартиниан отвечал: «Если я сделаю тебя своей женой, что мне с этого? Что мне делать? Мне нечем даже содержать тебя, у меня нет ничего. Ты видишь мою жизнь? Я с юности ничего из тленных благ не старался приобрести». На это женщина отвечала: «Господин, ты только прибудь со мною и позволь мне насладиться твоей красотой, а о прочем не заботься. У меня есть дом, много имения, и золота, и серебра, и рабов, и рабынь. Всему этому ты будешь господином». Слыша сии лестные слова, трудно было Мартиниану удержаться, но милостивый Господь не оставил святого в час испытаний. Чтобы более не искушать себя, Мартиниан разжег огонь. Когда огонь разгорелся, святой, сняв свои сандалии, вступил в него и стоял там до тех пор, пока огонь не начал опалять все его тело. Так он вступал в огонь 2 раза, превозмогая боль. Когда же от сильных ожогов святой уже не мог стоять, он лег на землю лицом и стал взывать ко Господу. Видя такие самоистязания и отвагу ради спасения и сохранения своей чистоты, жена не просто удивилась. Она как будто пробудилась от сна, вспомнила про себя, про свои согрешения и воспрянула духом. Она сорвала свои одежды, все украшения, бросила их в огонь и, облегшись снова в бедное рубище, упала к ногам святого Мартиниана и со слезами на глазах и в сердце покаялась во всех своих грехах. Блаженный ответил ей: «Господь мой и Бог, да простит тебе, жена, все грехи твои, иди с миром и позаботься о спасении своей души». Женщина эта больше никогда не возвращалась в свой дом. От святого она отправилась в Вифлеемский монастырь, где стала блаженной Зоей и оставалась в монастыре до конца земной жизни. 12 лет святая подвязалась в постничестве и с миром предала Господу свою душу. Во все время своего покаяния блаженная Зоя не вкушала ни вина, ни масла, ни овощей, только немного хлеба и воды. Она принимала пищу только раз в день к вечеру, а иногда и через 2 дня. Постелью ей служила голая земля. Такова была подвижническая жизнь святой. Но вернемся к блаженному Мартиниану. Только через 7 месяцев преподобный исцелился от ожогов. После этого он начал размышлять так: «Если я не уйду отсюда в какое-либо другое место, лукавый враг не оставит меня и не даст мне покоя. Да и мне следует жить в таком месте, куда бы вовсе не было доступа женщинам». Помыслив так, он встал, помолился Богу, ознаменовал себя крестным знамением и направился к морю. Спустя некоторое время святой дошел до пристани, где обратился к одному корабельщику с просьбой о помощи добраться до необычного места. Моряк согласился доставить на одинокий остров блаженного Мартиниана. Остров этот представлял собой одинокую скалу в море, на которой кроме отдыхающих птиц не было ровным счетом ничего. Здесь святой остался жить на камне под открытым небом, терпеливо перенося и дневной жар, и ночной холод. Ежегодно, 2 или 3 раза в год, корабельщик привозил ему хлеб и воду, как просил его угодник Божий. Живя на скале, блаженный Мартиниан был весьма рад, что он бежал от мирской суеты. Он днем и ночью восхвалял Бога, но дьявол и здесь не хотел оставить святого и старался ему всячески досадить. Однажды ночью он поднял на море великую бурю и воздвиг такую громадную волну, что она возвышалась над скалой. Но святой муж не испугался козни лукавого, но стал горячо молиться Богу, и буря тотчас прекратилась. Так святой прожил на той скале еще 6 лет, претерпевая ради своего спасения и дождь, и холод, и жару. Но дьявол не прекращал своих козней. Однажды он воздвиг бурю, сильный ветер и потопил судно с людьми. Все утонули, кроме одной девушки, лет 25. Она успела ухватиться за доску и на ней приплыла к той скале, где жил Мартиниан.
Святой помог девушке выбраться, дал ей воды и пищи, но чтобы не поддаться искушению, блаженный оставил девушку на скале, а сам бросился в море. Он решил, что лучше утонуть в волнах морских, чем погибнуть в грехе. Однако, по воле Божьей, два дельфина подняли святого и понесли его до самого берега. Поблагодарив Господа, блаженный начал переходить из одного места в другое, из одного города в другой. Так, постоянно странствуя, он проводил свою жизнь, причем он не носил с собой ни жезла, ни мешка, ни хлеба, ни двух одежд, ни денег, словом, ничего, что было необходимо для нашей жизни. Когда он входил в город или какое-либо село, он спрашивал, кто из жителей отличается своим благочестием, и у того обитал и принимал пищу. Странствуя так, Мартиниан за 2 года посетил 164 города и, наконец, пришел в Афины. Епископу того города Бог благоволил открыть все о блаженном Мартиниане. Здесь, чувствуя приближение своей кончины, святой, уже будучи болен, вошел в церковь, возлег на землю и сказал окружающим: «Призовите сюда скорее епископа». Окружающие, правда, подумали, что он безумный, но епископа все же позвали. Когда архиерей пришел в церковь, он застал святого уже очень слабым. Блаженный муж попросил епископа помолиться о нем и достойно похоронить себя, после чего мирно отошел ко Господу. А что же стало с девицей, оставленной Мартинианом на скале? Оставшись одна, Фатинья, таково было имя девушки, питалась хлебом и водой, как указал ей блаженный. Через 2 месяца корабельщик направился к скале, везя для преподобного хлеб и воду. Приближаясь к скале, вдруг он увидел девицу вместо инока и подумал, что это привидение, и очень сильно испугался. Но девушка ему рассказала о произошедшем и попросила его привезти ей мужскую одежду и так же, как раньше, иногда привозить немного воды, еды. Пребывая на острове, блаженная Фатинья восхваляла Господа Бога за свою жизнь. Здесь она имела возможность ежедневно возносить свои молитвы Богу. Так, молитвами святого Мартиниана и промыслом Божиим святая прожила на скале 6 лет. После чего блаженная Фатинья с миром предала Господу свою чистую и святую душу. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцем моим и пред ангелами его». Книга Откровения, глава 2, стих 5. На этом наша передача заканчивается. До новых встреч!